Как скачать CCleaner? Всем привет! Предлагаю вашему вниманию программу CCleaner для очистки компьютера от электронного мусора и ненужных файлов, для того, чтобы компьютер быстрее работал. В поисковике пишем, как скачать CCleaner. И ищем официальный сайт. Вот, periforum.com. Нажимаем. Здесь бесплатная версия, профессионал, профессионал плюс. Мы скачиваем бесплатную версию с официального сайта periforum.com. Нажимаем periforum.com. Вот предлагает скачать. Ссылку я оставлю в описании. И нажимаем сохранить. Сохранился установщик. Закрываем. Закрываем браузер. И запускаем установщик двумя кликами. Нажимаем Install. Эту галочку снимаем. И запустить нажимаем. Появляется окно программы. Оно на английском. Нажимаем настройки. Сеттинг. И выбираем язык. Russian. Все, программа на русском языке. Ну, настройки в основном. Здесь выполнять очистку при запуске, добавлять. Пункт запустить CCleaner контекстное меню корзины. Ну, здесь по желанию убирать можно. Открыть в контекстном меню. Убираем. Проверять обновление. Я убираю. Обычное удаление здесь стоит. Оставляем. Диск C. Куки. Включение. Исключение. Слежение. Следить за системой. Тоже это не нужно. Активный мониторинг. Не нужно. Пользователи. Дополнительно. Ну, здесь оставляем. О программе. Очистка. Здесь я оставляю. Галочки все по умолчанию. Это нельзя ставить, потому что будут убирать в браузере сохраненные пароли. Вот так все по умолчанию. Приложение. Браузеры. Реестр. Здесь все птицы стоят по умолчанию. И можно проверить проблемы реестра. Нажимаем поиск. Одна устаревшая проблема. Исправить. Я не сохраняю резервные копии. Обычно мне. Сколько пользуюсь, давно пользуюсь, никогда ничего лишнего не удалял. Нажимаем исправить. Исправлено. Закрыть. Реестр почистили. Очистка. Нажимаем анализ. 2,5 мегабайта. Нажимаем очистка. Файлы будут удалены. Окей. Чистит хорошо, никогда лишнего у меня не удалял. Сервисы нажимаем. Удаление программ. Можно удалить любую программу. Нажать, выделить ее. Деинсталляция нажимать. Нужно не удалить, а деинсталляция. Автозагрузка. Смотрим, какие файлы в автозагрузке. У меня 3 файла. Ну вот это вот TWSK можно выключить с автозагрузки. Выделяем ее и выключить нажимаем. Или наоборот включить. Ну, настройки мы разобрали, в принципе. Апдейт — это обновление. Вот такая вот программа. Отличная программа, давно ей пользуюсь. Пишите замечания, пожелания, вопросы. Ставьте нравится, не нравится, подписывайтесь на мой канал.
Всем удачи, всего доброго, до свидания.